Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же будет сейчас, ребята? Сейчас будет... Торнадо! Прикольно, прикольно, мы любим торнадо. Джеки, красава-то, урон нанес. Да, очень большой урон. А мы, смотри, сделаем сейчас лайфхак вот такой вот. Мы напрыгнем туда, в этот забор, прям еще... Отлично, ребята! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы сегодня играем в Angry Birds Evolution. Да, ребята, злые новые птички, любимые наши и ваши. Итак, как вы помните, в прошлом видео мы создали наш кланчик и... Как ни странно, как всегда и бывает, он заполнился просто моментально. Да, ребята, мгновенно заполнилось. Количество мест здесь всего лишь 10, поэтому и, конечно же, мало, очень их мало. Да, вот быстро все набежали. Единственное, мы не знаем, кто такие ГЭС 51 и ГЭС, а всех остальных даже ники есть. Так что молодцы. Ребята, всем привет. Напишите в комментариях, кто уже в нашем клане. Мы еще подумаем, как мы будем расчищать его, или чтобы каждый из вас смог не уступить и были шансы. Да, ребята, изначально уже, пожалуйста, кто не поставил аватарку, поставьте, чтобы мы видели, что все играющие, да, они просто зашли и забили на игру и больше не играют. Согласен. А так, смотрите, у нас уровень клана, уже мы успели немножко приподнять его. Нужно вкладываться, XP-шку вот это добавлять, плюс 20 XP. Это стоит 100 голды, у нас сейчас 54, но мы уже вложились все. И нам нужно развивать, потому что чем больше у нас уровень клана, тем больше плюшек нам всем прилетает. Да, и больше мест будет, ребята, больше людей смогут вступить, и будет намного интересней. Возможно. Ну что же, а мы продолжаем сюжетную линию. Сегодня отправимся покорять вот наш лес. Помните, мы куда нас орел направил свою любовь спасать? Новый лес. Итак, смотрите, у противника... Конечно же, 1000, у нас 2000, мы в два раза сильнее. Команда, у нас изменения. Появился еще один 4-звездочный птенец. Ничего себе, Джеки, вы смотрите, ребята, а какой хороший. Вот такой вот он беленький, к сожалению, он пока что второго уровня. Сейчас в игре может сразу его немножко вкачать. Вот у нас есть простые души. Души, но, и к сожалению, все, больше нету галдишки. Нету галдишки, ну можно попродавать. Ну ладно, мы это все сделаем за кадром. А сейчас отправляемся в бой. Поехали, ребята, у нас новая локация. И сейчас посмотрим, ой, какая интересная. Ой, смотри, какая там тетушка Хрю. Готовит что-то, или это леденец у нее? Я не знаю, что там. Смотри, бомбы здесь есть. Да, бомба, по всей видимости, нужно хрюшек подкидывать, и тогда они взорвутся. Но опа! Бомба взорвется только через 2 хода, я боюсь, что мы успеем их всех... Уже... Разнести, ребята! Да, вот у меня есть подозрение такое, вот уже троих нету. О, смотри, она еще призвала! Да ладно, ничего себе! А где супермощная атака? Вот, вот! Так, нет, это обычная атака, еще нет еще супермощных. А бомбы сейчас взорвутся, да? Ой-ой-ой-ой! Хорошо! И вот мы как раз Джеки нашего испытаем, посмотрим. Вот, КО уже ничего сделал! Себе. Какой он шустрый, быстрый, ребята! Да, бледненький наш, белая птичка. Так, ну что ж, я предлагаю добивать, да, их вот так. Кабальский мощным ударом добивает противников. Просто налетел на них всех. Чудно. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Чудненько, чудненько, ребята, победа, награды. Кстати, так мало голдишек дают нам, да? Да, всего лишь по 9, но я думаю, чем дальше будем проходить, тем больше будет вознаграждение, но тем и больше будут цены на все. Да, ребята. Чудо-птица, неплохо. Ну, птички, что вы забыли в моем крыле леса? Хо-хо-хо-хо. Стоп, потом расскажешь. Я слышу, сюда летит комета. Так, мне пора. Что за комета? Что с этой синей птицей? Могучий орел, он говорит, ха, чудо-птица уже дала тебе отворот-поворот. Ну чего ты ждешь? Иди найди эту летучую чертовку. Давайте попробуем, да, найти эту дамочку. Опа, нам говорит, собери всякие штучки. Ага, а для этого нам нужно использовать наших разведчиков. Ну-ка, где разведчики? Запускаем. Полетели, сундучочек нам прилетел, тоже хорошо. Что у нас здесь? Ох, смотри, сколько всего полезного. Ничего себе!
Круть какая. Так, давайте попробуем разнести. Какой можно слабенький соперник. А смотри, можно взять трудный. Поддержку. Можно взять Фрэнси возьмем. Да, у него 700. Какой ого, прикольный а у него. Зачем так много? Слушай, а обычный и трудный, это что такое? Трудный. Вот о, это давай будет. Трудного возьмем. Конечно, конечно. Награда будет лучшая. Нам будет посложнее, но тем не менее больше получим. Ты смотри, у нас 5 птичек. Это но же мы же круто. Взяли усиление еще. Да. Так, ну что же, атака пошла. Ковальский просто наносит отличный удар. Хорошо. И бам, вот такая вот еще тоже атака. Ой, еще вот этот заварушка. Проводок был интересный. Но, к сожалению, я думал, что-то взорвется, но не так уж и все и просто. Да, может быть и взорвется когда-нибудь. Когда-нибудь, да. Гениально написано, плюс 20 атака, и у нас супер-супер смерч загорелся у нашего желтенького. Ну, надо дождаться, когда все походят. Вот так вот. Здоровый зеленый и призывает на помощь мамаша, матушка. Мамаша, да? матушка это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же будет сейчас, ребята? Сейчас будет... Торнадо! Прикольно, прикольно, мы любим торнадо. И я думаю, сейчас Ковальский разорвется в клочья. Вот это да, на повышенной атаке просто мега круто. Класс! И мы побеждаем в очередной раз. Два красных яичка ого, у нас. Две маленькие птички у нас получились. Чудно. И нам предлагает Фрэнси взять друзья. Давайте отправим приглашение. Конечно. Приглашение отправлено. Это хорошо. Так, что у нас дальше? Что нам тебе еще нужно? Гордый орел, птица ты. Что ему нужно? Ой, а мы что-то собрали? Да, мы собрали только по одному. Ого. Так, здесь мы трудный, тоже выбираем трудный. А, он уже выбран у нас, трудный. Ага. Ну, в бой, да? Поехали в бой, здесь поддержки у нас нету. Ну и нам она не нужна, ребята. Мы и так спокойно справимся, надо не забыть вон те кувшинчики разнести. Смотри, какой здоровый, огромный. Давай его разнесем. Просто громадный какой-то хрюхряк. И я даже не знаю, как лучше так атаковать. Ой, что-то бестолково. А нет, нанесли, дамаг нанесли. Небольшой, да, урончик все-таки нанесли, но хотелось, знаешь, и заборчик немножко. Ну, заборчик надо, я думаю, прям со мощно, всей силы, да? Да. Ну, не хватает пока что прыти нашей команде. Ой, забросали-то сразу же. Оу, надо как-то мощно, а он не пройдет сквозь? Нет, пока что нет. Опа! Пока слушай, что мы просто... Сильный забор. Вынесли, да, заборчик реально сильный. И я думаю, даже Джеки с ним сейчас не справится. Да? Да. Ну, тогда куда-нибудь назад туда нужно закинуть, чтобы сзади... Нам надо их не победить случайно. Джеки, красава-то, урон. Да, нанес, очень большой урон. А мы, смотри, сделаем сейчас лайфхак вот такой вот. Мы напрыгнем туда, в этот забор, прям еще... Хо-хо-хо! Отлично, ребята, и победили нашего здоровяка. А, нет, воу, ты посмотри, сколько урона он нанес нам. А мы не все, кстати, кувшинчики сорвали. Взорвали. Да, есть такое дело, но... У нас... Все? Повержен? Не, невероятно. Не, не. Один повержен, но вот нам еще нужно кувшинчики вон тебе собрать, да, я думаю? Ну, надо, да, как-то давай, постараться. Давай, вот так вот. Бам! Ребята, что за лазерная атака была? Это был прием нашего Джеки. А вот расстроение личности. Вот это крутая атака, ребята! У каждой птички есть своя способность. Это на самом деле дополняет эту игру. Очень всё. Дополняет. Все, ребята, всех повергли. И, кстати говоря, еще группу поддержки задели, да? Да, дополнительные бонусы и очки. Пам-пам, привет. Ох ты, смотри, какая штучка нам выпала, прикольно. А это билетик на арену у нас. Ху-ху, можно сразиться на арене. Вот так, ну да. Что у нас? Нет, не хват... А, вот, две собрали, представляешь? Только две еще собрали. Так, сейчас у нас разведочка. Так, что у нас здесь будет? Опа-на, хорошо. Слушай, у нас, кстати говоря, яички бесплатные открывались, там попадались. Давай откроем, посмотрим, что у нас там да, есть. Да, давай посмотрим, что у нас есть в лагере. Переносимся и в инкубатор заходим. Опа, бесплатно, смотри как. Четко. Одно все выведение у нас есть. А вдруг четырехзвездочный попадется еще раз? А нет, Сэмчик. Просто Сэмчик выпал. О, еще есть у нас да билетик. Да ладно, еще билетик? Конечно, выводим тогда. Выводим и Ширли-Мырли. Мырли какая-то, да, у нас? Все, так, больше у нас закончилось. Дорогие. А золотых яиц у нас слушай, нет. А через 5 часов что будет?
Шанс выиграть, сможем, сможем открыть яйцо через 5 часов. Ого, классно. Вот так вот, смотри, а прикинь, какой повышенный шанс у нас. Интересно, вот этого можно посмотреть, что это за чудо? Или вот этого? Это жалко, где? Их нельзя посмотреть. Жалко, да? Жалко, нельзя выбрать. Что посмотреть. Это вообще за чудеса такие будут на виражах? Но, тем не менее. Ну что же, ребятки, вот такая вот у нас была Angry Birds Evolution. Нам предлагает набор новичка. Спасибо большое. Поставьте каждый из вас лайк, подпишитесь на канал и до новых встреч в новых видео. С вами была команда Detol, ребята. До скорых встреч в новых видео. Пока. Пока.